Вот, зубастый. Всем привет! В этом видео я отправляюсь на Черноморское побережье и, конечно, взял с собой спиннинг, потому что две недели без рыбалки для меня это слишком тяжко. Я никогда в жизни не ловил на море, но получилось весьма неплохо. Было поймано 7 видов рыбы. Видео разобью на две части, на утреннюю рыбалку и на вечернюю. Получается длинновато, но от этого не менее интересно. Решили поехать в село Дивноморское, двумя семьями, всего нас было 6 человек, и мы сняли мансарду. 3 комнаты, 3 балкона, здоровенный коридор, кухня, душ, туалет, телевизоры, кондиционеры, стиральная машина, полный фарш. Кому интересно, скину в комментариях контакты хозяйки. Первая часть будет состоять из серии вечерних рыбалок. Первую рыбу я встретил на пилинге. Чтобы понять, есть ли рыба в море, пришлось пару раз занырнуть, и все стало ясно, рыбалки быть. Потом проверил наличие рыбы на реке, там оказались только лягушки. Пришел сейчас на вечерний пирс, посмотрю, что рыбаки ловят. Ну тут, походу, такие рыбачки все приезжие. Парочку там похожи на местных. Сейчас спрошу у них, что к чему. Вот. О-хо-хо. Это вот окунь, да? Да, вот это морской окунь. Я его ни разу не видел вживую. Вот так выглядит. Красивенько, а еще нет. На рыбалку я попал только вечером следующего дня. Одна есть. Ха-ха-ха. Первая рыбка. Ставритка. Маленький ставрит. Может, тоже половим? Кот ждет у хозяев. Возьму коту. А можно и поесть. Это более маленькая какая-то. И такая вкусная. Вот мешаются еще бананчики. Попозже надо приходить. Есть, есть кто-то. Карась. Класс вообще. Запачкается за рыбу. Карась морской. А? Так, поставим сейчас Марию. Хотя поклевка была прям бах. Окунь, что ли? Ставрит, наверное, так не вдарит. Ава! Ну, о, есть. Есть, смотри, хороший. О, что-то хорошее. Фрикцион, видишь, как работает. А, смотри, мне плетенку. Ух, вот, бойкий кто-то. Акула. Здесь, да? Есть, есть, не мешаемся. То локтем сейчас дам. Карась. Карась? Ух, карась, походу. А что еще такой плоский? Карась, карась. Карась хороший, да? Карась. Да, да, да. Смотри, уже, а? Профессионально. Сейчас он побесит. О, окунь, окунь, да? Ага. Это вот как раз это. Окунь вот это? Да, 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 да. Куда пошел ты, гад? Да подожди, я поднимаю, он тяжеленький, у меня удочка, видишь, что у меня до 3 грамм. Там леска пальцы порежет, она тонкая, тонкая. Порежет, такой вес порежет. Сейчас, маленький. Лупать. Так, отойдите, я это подниму, удочку. Лупать. Опа, вот так вот. Можно его брать? Да, да, лупать. А ты щипчики возьми, Таких я не видел. Давай его щипчики возьми, а я подержу. Отсыпай все, что. Не, его можно нормально отцеплять, не плохо.
это ребёха. Таких я давно не видал. Как он правильно называется? А, лупарь. А это кто, окунь? Морской окунь, да. Есть тут два окуня, один горбач, один лупарь. Вот это лупарь. Придя домой, я загуглил информацию про эту рыбину. И это оказался мармир, а не луфарь, как утверждали на пирсе. Обращаю внимание всех людей на левый борт. Пожалуйста, посмотрите на него. Ну, не, хорошенький, прям приятный. Папа, я не папа, папа-то вон у тебя. А чего? Я папа, конечно, но не твой. Вечерняя рыбалка на пирсе, конечно, специфическая. Ловля в толпе людей и в куче различной техники приносят в морскую рыбалку свои прелести. Слышишь много интересного, знакомство с новыми людьми, всегда что-то происходит и никогда не скучно. Вот, видишь? Вот чуть-чуть от дельфина. Сзади него. А второй? Их два уже, вот они, вот он прям бурлит. Вот смотри, видел блески? Блеснуло. Он прям его тягает, смотри сюда. Опять катер идет, не дает ловить, сейчас пока не уедет, бессмысленно. Друзья мои, покиньте вот то место, мы сейчас будем кормой прямо на вас давать, вот всех троих можем забрать, намотать, но только на левую витком. Ну, давайте одного левого, другого справа. Вот туда плывите, вот в Геленджик, куда, в Новороссийск плывите, пожалуйста. Еще кто-то есть маленький. Вот под этот. Ага. Ёрш. А не, бычок. Бычок на закате. Бычок, да? Кто там, карасик. Отгрыз. Я хер на кого похож, на карася, бабулька маленькая, как ротанчик какой-то. Живу я здесь, пипец. Сейчас другой цвет попробую. Не летит. Да, он к бую надо, блин, я не добрасываю. Когда ветер в спину был, я добрасывал, там поклевывало, блин. А плетеночек какая? А? 0,3, да? 0,25. Ушел. Несчастливый ушел. Все. Это может даже и не рыба, что-то не пойму. Или рыба. Ёршик, что ли, маленький? Ёршик. Малыш. 33. Супер. Супер большой ясь. Не опасный? Опасный. Иголки вот эти верхние. Да-да-да. Ядовитенькие. Отойди сзади меня. Либо сбоку вот встань. Сейчас прическу тебе поправлю. Потом сходил на соседний волнорез, но там рельеф был не такой интересный, как на пирсе. На этом первое знакомство и завершилось. И сразу скажу, что все, на что я ловил, оставлю под видео на YouTube, дабы не удлинять и без того не короткое видео. Да, котяра, ставритку тебе принесли. Прилипла. Вот. Прям вот так, что ли? Да. Ну, кушай. Чего? Не хочет, что ли? Он, наверное, сегодня ел. Он просто, наверное, не любит, когда он его смотрит. Есть кто-то хорошенький. Фига себе, здоровый какой. Вот это дракон. Вот это он? Ядовитый? Нет, нет. Это ядовитый тоже. Ёрш. Это не то, что я поймал. Ёрш. Это ёрш. Я поймал морского дракона. Здоровый. Не маленький.
Только на зеленый бьет или по барабану? Подбираешь. Сегодня может так, а завтра по-другому. Это средний или большой уже? Это уже средний такой, я поменьше здесь ловил. У него зубы есть даже, да? Да, он отгрызает прямо. Видишь, какие зубы, как человек. Он как человек. Дай ёпну. Опа. Давай, давай, Феликсу, карась. Карась, 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 карась. Попадешь в фильм. Да? Сопротивляется всем охрененно, да? А? Сопротивляется охрененно, вообще, да? Вообще, да. И удар хороший, как у судака, блин. Прям с ударом бьет так, да? Ух ты! Вот он и удар. Прошел, да? Ага. Что за реманджера? С Алиэкспресс китайский. На телефоне? Да. Блин, поймал. Есть кого-то. Снимай. Так. Акуня, по-моему. А вот этот ёрш. Это вот этот ебучий скорпен. Ёрш, да, скорпен. Да, скорпен, вот этот ядовитый. Он ядовитый. Все, попал в кадр. У него шипы ядовитые. Не, они их едят местные. Местные едят. Я не беру. Да ему говорят, вот эти обрезают просто и все, и он нормальная рыба. Вкусный, говорит. Видишь, такую рыбку, видишь, вот он мой канал. Видишь, судачок последний. Вот морскую потом выложу. Домой приеду, обработаю. Ловить, будешь отпускать. Она еще не исполнила три желания, какое может быть. Она же не разговаривает. Все, умерла. Зуб показать, смотри, зуб какие. Ой, желание. Какая прелесть. Мама, хочешь поцеловать? Да что ты, бля, есть? Ставритка, что ли? Ставки? Ну да, ставрида. Ставритка. Потому что поклевка. Вот так они срываются. Карась, мой здоровый. Это мармир. Нет, это мармир. Атлантический землерой. А, он не ядовитый? Нет. Да ну ты чё, вкуснятина. Я уже второго здесь такого поймал. Да ты чё, класс. Как, на паузу взял? Да. Тоже зубастый, блин.
и задрал мне приманку. Там кто-то. Карась. Предпоследнюю приманку откусил. Все, последнюю откусил, блин. Больше такого цвета нет. Что-то в таком цвете было, да? Почти, да. Вот вся пачка ушла, блин, в таком цвете. На этом первая часть моей морской рыбалки заканчивается. Продолжение смотрите в следующем видео.